Сегодня я вам расскажу некоторые особенности и нюансы приготовления вин из мускатных сортов винограда. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Буквально недавно я размещала ролик по дегустации сухого красного вина, да, из мускатных сортов винограда. Ну и сегодня вот мы с вами разговариваем о технологиях. Значит, смотрите, в чем особенность мускатов? Они достаточно хорошо набирают сахар. У них достаточно низкая кислота, и при этом они очень ароматичные. Некоторые люди спрашивают, вот я не знаю, что такое мускат, на что это похоже. В принципе, самое простое – это разжевать зерно кориандра, и вот этот приятный вкус, который будет вот на это похож мускат. Но мускаты, они тоже бывают несколько разными, они могут быть больше там в какой-то оттенок леденцов, больше в оттенок розы, то есть там тоже есть нюансы, потому что вот этот самый аромат, который мы называем мускатом, за него отвечает несколько различных веществ, да, которые могут давать различные оттенки вкуса. Как я уже сказала, вот эти ароматические вещества, которые отвечают за мускатный вкус, за мускатный аромат, они очень нестойкие и подвержены окислению. Что такое окисление? Это присоединение кислорода к веществу с изменением его свойств. Почему нам, виноделам, это важно? Да потому что работать с мускатными сортами надо очень аккуратно. При этом у некоторых мускатных сортов мало кислоты. Кислота, кислотность, pH виноградного сока, чем он ниже, тем меньше сусло подвержено окислению. Соответственно, понимаете, что мало того, что они сами по себе не стойкие, да, так еще и кислоты у них может быть мало, соответственно, они еще больше могут быть подвержены окислению. Поэтому обращаться надо с ними очень аккуратно. Сера может сохранить мускатный вкус и мускатный аромат. Более того, сера может влиять на то, как он будет себя проявляться. Вплоть до того, что некоторые дозировки серы, вот, например, там больше аромат розы, будут превращать в аромат цитрусов. Вот такие вот интересные бывают, скажем так, превращения. Да? Интересна вот такая химия вина. При этом считается оптимальной рекомендацией дозировки серы, я немножко подсматриваю свои записи, потому что я серой не пользуюсь, от 75 до 100 миллиграмм на 10 литров. И это, скорее всего, что чистая сера, если пиросульфит, там надо пересчитывать. Если кому-то будет интересно, ну, надо это смотреть дополнительно. То есть чем больше серы, тем больше вот условно аромат розы будет переходить в цитрусы. Но если кто-то серой не пользуется, значит, надо просто очень аккуратно обращаться с этими суслами. Еще как вариант, вот то, что использовали мы, это обмакивание гроздей в кипяток. Просто быстренько обмакнули и достали. Убивает окислительный фермент. Таким образом уже будет, ну, меньше окисляться наше сусло, наш сок. Второй вариант – уменьшить вероятность окисления – это работать с холодным виноградом в холодном помещении. Почему? Потому что чем ниже температура, тем окислительные ферменты работают меньше, и тем сусло меньше окисляется. Бентонит также может помочь нам уменьшить окисление. Дальше, следующий этап виноделия. Мы ягоду подробили, что с ней делать дальше? Промышленность не рекомендует брожение на мезге. Рекомендуется, что все-таки для того, чтобы максимум забрать вот этого мускатного аромата, подержать, настоять на шкурках, так называемая холодная мацерация. Оптимально считается температура 18-20 градусов и 36 часов. Но смотрите, в это время, опять же, если мы серу не вносили, сусло будет подвержено окислению. Имейте это в виду. Если вы не пользуетесь ферментами, то тоже вам такое сусло потом очень тяжело будет отжать, отпрессовать. Это уже нюансы, тонкости, через которые мы сами прошли. Поэтому какие варианты? Если мы решаем, что нам вот это вот настаивание на мезге надо, в таком случае мы вносим фермент, чтобы у нас легче все это отделялось, и
как-то думаем, как наше сусло защитить от окисления. Даже если мы его окунали в кипяточек, то потом, когда вот мы его подробили, пищевую пленочку на поверхность расстелили, чтобы там не было контакта с кислородом. Но опять же, это такие мелкие тонкости, мелкие нюансы. Что делаем мы? Мы сразу же запускаем брожение закваской. И ферментами мы не пользуемся. Это не говорит о том, что мы не будем ими пользоваться в будущем. Мы об этом подумаем, да, но до этого что мы делали? То есть мы бродили на мезге. Сколько вот до тех пор, пока... Ну, мы можем нормально сусло отпрессовать, потому что сразу, мы, когда ягодку подавили, да, у нас такая желешка, уже шапочка поднялась, мы видим, что шкурки немножко свернулись, все, можно с мезги снимать, то есть там, ну, как правило, 2-3 дня. Все, больше не надо, температуру я вам тоже сказала, если, смотрите, мы запускаем брожение, то температуру можно сделать еще ниже, градусов 15, этого, ну, вполне будет достаточно. С мезгой разобрались, да, что делать дальше. Дальше, смотрите, мы можем сбраживать насухо. Я вам уже про это рассказывала. Опять же, при невысоких температурах, чтобы вот эти ароматические вещества у нас не сильно улетучивались. Второй вариант. Мы можем делать вино с остаточным сахаром. И, в принципе, для мускатов это рекомендуется раз. Второе. Те, кто любят сладкие вина, не надо вам досыпать сахар. Забудьте про это. Есть замечательная вещь, мускатные сорта. Вот несколько процентов сахара сбродило, там 3%, 5%. Дальше вы доспиртовали, и все, вы получили обалденно классное, ароматное, вкусное вино. Это стандартные технологии для мускатов. И если вы идете по этой технологии, тоже смотрите, есть два варианта. Немножко побродило. Да, и вы доспиртовали. Вариант второй – двойное спиртование. Первое – сразу, как только вы подробили, вы внесли 4% спирта. Расчеты вы все делаете самостоятельно. Я за вас ничего считать не буду. Пожалуйста, уважайте меня и мое время. Я вам даю основы, а дальше уже вы свое вино делаете сами, я за вас его не сделаю. Так вот, вы спиртуете сразу до 4%. Потом сбраживайте примерно там 4-5% сахара. Как это замерить? В принципе, можно и рефрактометром, и маленьким поплавком. Вот виномер, сахаромер, ареометром можно замерить. Немножко могут быть погрешности, но еще когда у нас немного спирта, много сахара, эти погрешности будут небольшие. Поэтому плюс-минус это можно замерить. И дальше вы опять же доспиртовываете до нужной вам спиртозности и получаете ароматное, классное, сладкое вино. Как говорят, девочки любят сладкое, так вот девочки от такого будут в восторге, потому что ароматика там будет обалденная. Еще один вариант, что можно сделать из мускатной ягоды, белой и розовой, это игристое вино по типу Асти Спуманты. Первый этап, вот настаивание на мезге, он такой же. Там я вам говорила, что где-то защищать надо от окисления, от всего. Мы делали, опять же, легкое подбраживание на мезге, а затем нам просто надо все время оклеивать желатином. Вот это вот сусло, мы его оклеиваем, 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 снимаем с осадка. Но это тоже надо делать очень аккуратненько, потому что это лишний контакт с воздухом, лишний контакт с кислородом. Так вот. Этот метод называется биологическое азотопонижение. Мы уменьшаем количество дрожжей, мы уменьшаем количество еды для дрожжей. И в конце концов им становится практически нечего кушать, и брожение замедляется. Есть еще растворенный кислород, либо там чуть-чуть можно дрожжей оставить. Конечно, ну, в домашних условиях это так немножко на глаз, но... В принципе, все реально и можно сделать. Потом это все заливается в бутылки и закупоривается. И мы получаем игристое вино, там остается небольшой сахар, то есть ароматненькое, сладенькое, вкусненькое тоже. Там роза может быть, могут быть леденцы. Такой вариант тоже может быть. Теперь уже расскажу наш опыт и то, что делаем мы с мускатными сортами. Опять же, смотрите, считается, что белые можно еще как-то вот делать в сухом варианте, красные считается, что не совсем. Будет вино грубое, будет оно невкусное, и это не очень хорошо.
Ну, мы простых путей не ищем и можем себе позволить поэкспериментировать. А вот этот образец – это смесь сухих мускатных вин, которые бродили на мезге несколько дней, к сожалению, я не записала сколько, и сбраживались при низкой температуре, там порядка, наверное, 8 градусов, это был уже октябрь, они бродили на холодной веранде. И что в итоге получилось? Легкие леденцы, во вкусе зеленое, такое немножко терпкое яблоко, и чуть-чуть есть такой древесный смолистый вкус. Древесный смолистый вкус как раз-таки может получаться от окисления одного из ароматических веществ, который отвечает за вот эту мускатную ароматику. Но это не единственный вариант приготовления сухого вина из синих мускатов. 2 года назад я делала галант по карбонической мацерации. Что такое карбоническая мацерация? Это сбраживание винограда целыми ягодами. Ссылку на ролик я оставлю. Смысл в банку. Я, правда, сняла с грибней. Ягодки плотно сложила в банку, накрыла, и так они дней 10 стояли. После этого отпрессовали, поставили дображивать. Вот этот вариант был вообще очень интересный. Это действительно, он более грубый, но опять же, кто-то любит более грубые вина. Более, вот я хочу, чтобы опять же вы правильно услышали, оно не совсем грубая фукака, да, а просто оно более грубое по сравнению с тем образцом. Для тех, кто танин, например, любит так вообще такой интересный вариант. Так вот, каким получилось то вино? Оно получилось очень округлым, маслянистым. Вот оно прям обволакивает все во рту. И что интересно, там получился очень интересный спирт. Я вообще на дух не перевариваю, если в вине спирт чувствуется на вкус. А там во вкусе ничего, ну, ничего в смысле спирта не чувствовалось. Был такой яркий аромат розы, прям очень яркий. А потом вот здесь в горлышке вот прям так очень и очень тепло чувствовалось. Такой интересный опыт. И я думаю, что в этом году, наверное, если позволит нам время, то тоже мускаты мы сделаем по карбонической мацерации, потому что результат меня очень порадовал. Если сравнить вот этот и тот, то, конечно, несколько интересней. Ну, а вы уже сами смотрите, как вам перерабатывать ваши мускаты, что ближе вам, какое вино вам интересней. Опять же, любителям сладенького я говорю, что мускаты – это ваш вариант. Вы их спиртуете, не надо туда ничего добавлять, кроме спирта. Вы их только спиртуете, вы оставляете свой естественный сахар и получаете классное вино. Ну и, конечно, кто работает с белыми мускатами, даже если вы хотите их там делать по сухой схеме, если вы не хотите работать с серой, то все равно будьте внимательны, будьте очень аккуратны, потому что именно мускатные сорта, они больше подвержены разной порче. Горький вкус, если проявляется, это тоже может быть как раз-таки за счет окисления вот этих, ну, скажем так, мускатных ароматов, поэтому будьте аккуратными, соблюдайте гигиену, да, там все гнилые ягодки мы убираем, такие, ну, достаточно низкие температуры, при 8, может, и не надо сбраживать, но градусов 15-18, выше не надо, то есть просто работайте с ними аккуратно, ну, в принципе, у вас тоже все получится. Идеально, конечно, идеально еще следить за pH. И если, например, pH высокий, в таком случае два варианта, либо добавить кислоту, тоже для мускатов это будет абсолютно нормально, либо использовать серу. Тоже тут уже выбор за вами, но это рекомендация, потому что высокий pH вместе с мускатными ароматами все-таки может очень сильно усложнить вам работу и подпортить результат. Надеюсь, ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. И до новых встреч!